Я рад всех приветствовать на канале у Михаила Портнова Silicon Valley Voice. Меня зовут Тимур, мне 31 год, я из города Днепропетровска, из Украины. У меня есть жена и ребенок 2 года, и я хотел бы рассказать вам свою короткую историю о том, как канал Михаила изменил и повлиял на мою жизнь в целом. Начну с того, что я смотрю канал Михаила уже больше года, и я начинал смотреть с видео об успешных историях ребят, которые приезжали с разных частей мира, учились у Михаила в школе, и все у них получалось, и всего они добивались. И это стало меня очень сильно мотивировать. Я начал ставить перед собой цели, я начал идти к ним потихоньку. И, кстати, незадолго до этого я начал учить английский язык, примерно за 2 месяца, как нашел канал Михаила. И что хочу сказать, ребята, учите английский язык. Английский язык – это отличная инвестиция в себя, это новые знакомства по всему миру, это путешествия, это миграция, если она кому-то нужна. В общем, английский язык – это очень здорово. Учить, учите, еще раз учите. Ну, а в продолжение своей истории хочу рассказать о философской тетради, на которую я потом вышел, также на канале, в плейлистах Михаила. Она очень меня выручила, так сказать, попалась мне как раз в нужное время, потому как у меня была небольшая депрессия, раздражение такое. Я думаю, у каждого в жизни оно бывает. И философская тетрадь мне очень сильно в этом помогла, тем, что я ответил на некоторые свои вопросы, получил, точнее, ответы на некоторые свои вопросы и подтвердил свое нормальное, адекватное мышление, что я нормальный человек. Спасибо вам, Михаил, за философскую тетрадь. Это очень бесценный ресурс у вас на канале. Ну, если сказать коротко о том, как канал Михаила изменил мою жизнь, то я стал гораздо целеустремленнее, я стал счастливее и добрее, я стал смотреть другими глазами на этот мир, видеть его в ярких красках и получать удовольствие от жизни. Хочу вам сказать большое спасибо, Михаил, за это и вашему каналу. Также хочу передать привет всем блогерам, вашим друзьям. Мы тоже их смотрим и следим за их жизнью. Вашей жене Светлане Портновой. Очень любим тоже ее видео смотреть, особенно там, где вы отвечаете со Светланой на вопросы вдвоем. В завершении хочу сказать, что я снял коротенькое видео о нашем городе Днепропетровске, чтобы было интересно смотреть подписчикам. Надеюсь, всем понравится. Не обессудьте, это мое первое видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Settle down. And if
We'll be right back.